Здравствуйте, уважаемые! Спешу сообщить, с завтрашнего дня... Завтра у нас какое, ребят? Какое у нас завтра число? Сегодня 14, завтра 15. Завтра 15 числа можно на озеро везде, только пешком. Вот. Так что собирайтесь, выходите. Наживка все есть. Вот, начинаем работать утром с 8, вот, и до 4 вечера. Вот, новые продавцы, покупатели. Да, конечно. Вот, так что, все, что мог, то сообщил. Заходите. Все, утром рано открою, если что, звоните. Все, все хорошо, давайте жду.